Далер, как впечатление от игры? Впечатление не очень положительное, так как проиграли, хотя надеялись на победу в домашней игре, но, к сожалению, не получилось. Ну, ничего страшного, будем двигаться дальше. Как думаешь, первый тайм от второго отличался по содержанию игры? Второй тайм, я считаю, они немножко, бельгийцы, сбавили темп, так как их счет устраивал, уже больше от обороны играли. Но в целом победа Бельгии заслуженная. Очень вероятно, что мы сыграем с бельгийцами на Евро. Что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата с такой командой, как Бельгия? Не давать им столько пространства, сколько мы позволили в сегодняшней игре. Стараться играть плотнее и привыкать к таким скоростям, которые показали сегодня игроки Бельгии. Но я думаю, до Евро еще достаточно времени, еще плюс у команды будет полноценный сбор. Я думаю, все исправим и уже на Евро сыграем уже намного лучше, надеюсь. Показалось, что сегодня Россию подвела реализация моментов? Все-таки были хорошие возможности добить? Да, моменты были. Вот тем мы, может, отличаемся от Бельгии, то, что они свои моменты исполнили, а мы нет. Но, можешь сказать, немножко не повезло местами.